По Нью-Йорку пронесся разрушительный торнадо. Основной удар стихии принял на себя Бруклин. Смерч вырывал с корнями деревья, разрушал линии электропередач и дома. Десятки тысяч жителей города и его окрестностей остались без света. Из-за шторма пришлось даже прервать открытый чемпионат США по теннису. Судья был вынужден остановить игру, когда на корт полетели пластиковые стулья. К слову, непогода не позволяет вовремя завершить первенство уже пятый год подряд.